20 марта 2021 года прошло предварительное судебное заседание по делу Вадима Биктимирова. Он на данный момент находится в СИЗО города Симферополя. По видеоконференции предварительное заседание прошло. На нем мы заявляли ходатайство о том, что в соответствии с 4-й Женевской конвенцией он является гражданином Украины и запрещено его вывозить с территории Крыма. И также по тексту 4-й Женевской конвенции о незаконности преследования и так далее. И на сегодняшнем судебном заседании прокурор просил продлить меру пресечения Вадиму Биктимирову. Все наши ходатайства, конечно же, были отклонены судом, к сожалению. Ну и прогнозируемо, вот, Вадим Биктимиров остался под стражей. Следующее заседание назначено на 9 апреля, и суд своим постановлением определил этапировать Вадима Биктимирова из СИЗО Симферополя в СИЗО города Ростова-на-Дону. Будем ждать, да, 9 апреля, если его успеют этапировать сюда, то начнется уже непосредственно судебное заседание по существу в отношении Вадима Биктимирова. Он также передал слова приветствия и благодарности всем, кто поддерживает и кто приходит на суды, и все, кто это дело освещает. Чох Саунс.